Здравствуйте. Главное событие из жизни Ставрополья в информационной программе «День». Мы работаем в прямом эфире. И вот самое важное к этому часу. Региональное правительство выделит более полумиллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Какие еще темы затронул глава края на своей пресс-конференции? Когда новая дорога свяжет два района Невинномысска? Строительство большого путепровода в городе Химиков уже стартовало. Что делают гномы в аэропорту Минеральных Вод? Изучаем возможности новой системы наблюдения за воздушным движением. А начнем с главного политического события дня. Только что буквально закончилась ежегодная пресс-конференция губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Как ожидалось, острых вопросов было много. Начал губернатор с подведения итогов прошлого года. Финансовые результаты внушают оптимизм. Край показал рост и по промышленности, и по сельскому хозяйству. Растет поддержка аграриев. Отдельно Владимиров отметил успехи в строительстве. Из запланированного выполнено почти 93%. Это чуть ли не в половину лучше, чем годом ранее. Многих волновала тема дорог. Этот и ближайшие годы должны стать прорывными в борьбе с пробками в Ставрополе. В частности, появится современная развязка на проспекте Кулакова. И 800 миллионов рублей направят на сельские дороги. Кроме того, зарплата бюджетников на Ставрополье будет расти. Об этом заявил глава края. Средства на эти цели уже предусмотрены. В этом году почти 700 миллионов рублей. В 2021 объем поддержки дойдет до миллиарда. Продолжится, как заверил губернатор, и рост турпотока. А вот курортный сбор не увеличится. В 2019-м с помощью этого инструмента курортные города получат более четверти миллиарда рублей для развития. Все подробности в нашем главном выпуске дня в 19:30, а сразу после него полная версия пресс-конференции Владимира Владимирова. Дорога будущего. В Невинномысске началось строительство большого путепровода через железнодорожное полотно. Он соединит промышленную и жилую части города Химиков и разгрузит его от пробок. Масштабы стройки оценил Алексей Форсиков. Об этом путепроводе говорили уже давно. Решение о строительстве и сроках его завершения приняли на заседании Краевого градостроительного совета. Глава региона поставил задачу полностью профинансировать проект и ввести мост в эксплуатацию до конца нынешнего года. В администрации Невинномысска этот проект называют стратегическим. А в крае подобных объектов вообще никогда не строили. Здесь будет по две полосы в каждую сторону, разворотные круги и вся необходимая инфраструктура. Скажем так, если визуально представить у нас нашу трассу от Арнестского округа до Ивановской горы, назовем ее такую достаточно магистральную большую трассу, то в направлении Степная улица Партизанская есть... скажем так, участок, где мы можем перейти железную дорогу. Исторически в 80-х годах этот путепровод там планировался. И спасибо тем руководителям, которые были, что это место не застроили. Что сегодня нет никаких ограничений по строительству нового путепровода. Стоимость проекта 1 миллиард 600 миллионов рублей. Подрядчик уже выбран и работы начались. Проект будет реализован. Компания-подрядчик, которая выиграла достаточно профессионально на рынке, технадзор имеется. Работы продолжают, идут круглосуточно. Сделать предстоит на самом деле много. Сейчас переносят водопровод и вкапывают буронабивные сваи. Они будут глубиной от 4 до 22 метров. В день их успевают сделать 2. На данный момент забурно 136 буронабивных скважин. Работы продолжаются. Начинается... вестись работы по устройству фундамента, то есть ростверка, срубка голов свай, основание, подсыпка щебня, бетонирование, установка опалок, ну и так далее. А завершится строительство путепровода устройством разворотных кругов и подъездных дорог общей длиной 3 километра и благоустройством всей прилегающей территории. Алексей Форсиков, Николай Попов, Ставропольское телевидение. Ну а теперь из Невинномысска переместимся в регион КМВ и узнаем, что делают гномы в аэропорту Минеральных Вод и почему с новым альманахом ставропольским авиадиспетчером работать удобнее и безопаснее. Ирина Ивановская побывала на Кавминводах и в деталях узнала о возможностях российской системы наблюдения за воздушным движением. 18 приемных станций по периметру аэропорта и на территории вокруг него, а также мобильные маяки «Гномы» на спецтранспорте, которому разрешено выезжать на взлетно-посадочную полосу. Это составляющие новой российской многопозиционной системы наблюдения «Альманах». С декабря прошлого года она начала работать в Минераловодском аэропорту.
Машины сопровождения и самолет сейчас движутся по рулежной дорожке, и это визуально видно из КДП. Однако та же информация, но в цифровом виде, видна на дисплее. Вот эти две точки – это те же самые транспортные средства. Данными новой системы пользуются авиадиспетчеры разных пунктов управления аэропорта, которые наблюдают за передвижением всех воздушных судов и транспортных средств на его территории. Юпитер-322 МПК, рассчитывайте посадочный 117. Хорошо, значит, МПК на пол 112, 330 в ожидании. Это 322, спасибо. Раньше для этого использовали только информацию от радиолокаторов, и данные о движении самолетов приходили к диспетчерам с задержкой в несколько секунд. К тому же сам локатор – это массивная и дорогостоящая аппаратура, а новая многопозиционная система наблюдения более компактна и обновляет данные каждую секунду. Наблюдая за передвижением транспортных средств, воздушных судов в режиме реального времени, понимая, где находится воздушное судно или транспортное средство конкретно на аэродроме, может рассчитать и выдать соответствующие указания заходящим на посадку воздушным судам для создания как раз безопасных интервалов в целях обеспечения безопасности полета. Если на летном поле возникает конфликтная или опасная ситуация, то срабатывает предупреждение, звуковая и световая сигнализация. Альманах также эффективен, если объекты находятся вне зоны видимости диспетчера. Например, их закрывает часть аэровокзала или в аэропорту туман, что часто бывает в зимних условиях. Мы сейчас можем обеспечить заходы на посадку по второй категории ИКАО, то есть в гораздо более худших условиях. В условиях тумана при видимости на взлетно-посадочной полосе не менее 350 метров и при нижней границе облаков не менее 30 метров. Это, опять же, обеспечивает дополнительную безопасность воздушного движения, а заодно помогает снижать убытки авиакомпаний. Ведь из-за плохой погоды им не приходится перенаправлять борта на другие аэродромы для посадки. Следовательно, уменьшаются неудобства и для пассажиров. А это мозг системы наблюдения. Здесь данные собираются, обрабатываются, определяются координаты самолетов и спецтехники, которые затем поступают авиадиспетчерам. Называется это помещение линейно-аппаратный зал, центр АСУВД, где размещается, в частности, и оборудование многопозиционной системы наблюдения «Альманах». Одна стойка – это сервер-концентратор МПСН «Альманах». И вторая стойка – это телекоммуникационное оборудование, оборудование для передачи информации со станций и сюда, к нам на центр. За работоспособностью всех маяков и передатчиков следят специалисты и постоянно их проверяют. Состояние маяков, в каком они находятся состоянии, рабочие, работали на резерве. И о состоянии оборудования мы сразу сообщаем руководителю полетов, который уже принимает решение об использовании этих средств для управления воздушным движением. Кстати, Минводы стал вторым городом в России, где в аэропорту установлено это оборудование, и первым на юге страны. Работают здесь сотрудники, прошедшие специальное обучение. Победа 540, полоса 30. Взлет разрешаю и хорошего вам полета. Ирина Ивановская, Антон Красов, Ставропольское телевидение. Очередного нетрезвого водителя поймали в Александровском районе. Автомобилист ехал с нарушениями. По требованию автополиции водитель не остановился, а наоборот надавил на газ, но вскоре увяз в снегу. Причина попытки бежать стала понятна сразу. Водитель был пьян. Это подтвердил и алкотестер. К тому же это не первое нарушение мужчины. Стражи порядка возбудили уголовное дело. Нарушителю грозит штраф, продление лишения прав с обязательными работами, либо тюремный срок до 2 лет. Он всегда собирал полные аудитории. И в этот раз в актовом зале Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства не было свободных мест. В Краевом центре накануне простились с академиком Российской академии наук, героем соцтруда и лауреатом премии правительства России, главным овцеводом края Василием Морозом. Гражданская панихида прошла в стенах его родного НИИ, где Василий Андреевич проработал много лет. Отдать дань уважения человеку-легенде пришли сотни коллег, друзей, учеников и знакомых. Свой трудовой путь Мороз начал в должности главного зоотехника колхоза имени Ленина. Колхоз стал племенным заводом всесоюзного значения, вошел в число лучших хозяйств на Ставрополье с поголовьем овец в 70 тысяч. На базе этого колхоза была выведена танкорунная порода овец маночский меринос. И он был автором еще 5 пород. Он практически на сегодняшний день присутствовал на всех международных, российских форумах, где проходили
и рассматривали все вопросы овцеводства. Он был просто корифей, он был наш товарищ. В 93-95 годах Василий Мороз был депутатом Госдумы России первого созыва. До настоящего времени входил в совет старейшин при председателе регионального парламента. Мороз оставил хорошее наследие для науки не только Ставрополья, но и всей страны. С 2004 года он был профессором на кафедре овцеводства и крупного и мелкого животноводства Ставропольского аграрного университета. Подготовил более 500 высококвалифицированных специалистов аграрного сектора. Среди них 9 докторов наук. Мы сегодня прощаемся с Василием Андреевичем, но не прощаемся со всем огромным вкладом, который он внес в каждого из нас. В Ставрополье, Кизляр, Ставрополье, Апанасенковский район. Это все одна земля. И очень важно все то, что он делал на этой земле. Вечная память. В Нарзанной галерее Кисловодска открылась выставка художественной эмали. В работах представлены библейские мотивы и воплощены общечеловеческие ценности. Вход на экспозицию бесплатный. Другие новости из разных территорий края в нашем традиционном муниципальном обзоре. Любители скандинавской ходьбы ждут в Кисловодске. 13 января там состоится первая спортивная прогулка такого формата. Начнется она в 10 утра возле колоннады. Там же для спортсменов организуют тематические викторины, а опытный инструктор расскажет о тонкостях этого вида спорта. После начнется дистанция «Колоннада, стеклянная струя, колоннада», по завершении которой всех участников ждет чаепитие. Площадь Победы в Георгиевске будет благоустроена в рамках программы развития комфортной городской среды. Появится общественная парковка, заменят плитку, будет установлен новый ливнеотвод и уличное освещение. Стоимость реализации проекта составит около 69 миллионов рублей. Художественный коллектив из Ессентуков стал лауреатом Всероссийского турнира национальных культур и фольклора в Москве. Участники коллектива «Казачья душа» спели лучшие песни из народного репертуара и стали лауреатами первой степени в номинациях «Вокальное творчество», «Патриотическая песня» и «Фольклорное творчество». У участников конкурса чтецов «Живая классика» из Ставрополья появится шанс пройти прослушивание в ГИТИС, не приезжая в Москву. Представители приемной комиссии приедут в 30 самых активных регионов и проведут прослушивание. Не все одаренные дети рождаются в семьях, которым легко отправить ребенка в Москву, отметил ректор Российского института театрального искусства. Еще больше новостей из Ставрополья на нашем сайте stv24.tv, а также в дальнейших выпусках. Очередной в прямом эфире в 15:30. До встречи.